Привет всем, друзья! Это канал «Сосиска в тесте». Мы продолжаем карьеру за Александра Хомутова. И вот сейчас я, открыв режим профи, понимаю, что у нас остается-то совсем немножко, это три матча, и питаем мы в плей-офф или нет, вот это вопрос в чем. Давайте мы с вами посмотрим. Так, центр статистики. Смотрим нашу команду. Это все те, кто попал уже. Да, мы попадаем. Мы попадаем. Мы попадаем в число команд, попавших в плей-офф. Мы впервые, ребят, попадаем в плей-офф. Сейчас я хочу посмотреть еще одну интересную, наверное, статистику. Это как там играют вратари. Ну-ка, вратари-новички, там мы будем. Хомутов и Джонс. Побед 7 у нас, поражений 9. Вот так вот. Коэффициент полезности у нас вообще плохой. На минут на льду больше. Вот так вот. У нас 2 очка голевой передачи. У нас 2 оказывается. Вот это да. Ладно, друзья, давайте отправляемся мы смотреть, когда мы будем играть. Но то, что мы вышли в плей-офф, это уже говорит о том, что мы помогли хоть как-то, но помогли команде. Так, к сожалению, мы только что выяснили, что из-за травмы Квик не сможет играть. Это никак не поедет на вашу роль. Но команда должна знать. Вот так вот, друзья. Ванкувер. Матч с Ванкувером. Мы тоже не играем. Хотелось бы хотя бы последний матч с Анахаймом сыграть. Потому что я уверен, что нас плей-офф выпускать не будут. С Анахаймом бы я сыграл. Ну что, друзья. Давайте, выпускайте нас с Анахаймом. И с Анахаймом нас не выпускают. Очень, очень, очень печально. Зная то, что нас не хотят даже попробовать перед плей-офф. Это огорчает. Это очень сильно огорчает. Но мы с вами не сдаемся. Мы будем ждать шанса. Давайте посмотрим, когда там плей-офф. Подождите, стоп. Остановить симуляцию. Я не то нажал. Дерево плова, ничего. Но мы с первого места, ребят, заканчиваем. Отлично. Супер. Так, календарь, календарь. Где тут календарь? Календарь. Вот он, календарь. Давайте хотя бы вот это. Ой, нет, подождите. Вот до сюда симулируем. У меня есть новости, которые, наверное, тебя расстроят. Мы решили поставить тебя в запасные на время плей-офф. Будь готов играть, если кто-то получит травму. В начале года мы наметили на выполнение 5 ожиданий. Вы достигли только одного из них. Нам хотелось бы увидеть от вас лучших результатов в следующем году. Договорились? Мы верим, что вы сможете сделать это. Ну ладно. Хорошие новости от наших медиков. Медики разрешили Квику возвратиться в активную. Остановить симуляцию. Я хочу смотреть каждый матч. Смотреть. Остановить симуляцию. Прот. Это что? Прот. Что значит прот? Проиграли. А, поражение в овертайме. Понятно. Вот это потому, что мы не вышли. Это потому, что мы не вышли. Итак. Медики разрешили столу играть, ну хоть что-то. Симулируем, 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 симулируем. Или хотя давайте мы отсимулируем до конца плей-офф.
Победа-поражение. У нас 2-1 счет серии. Давайте симулируем вот до этой даты. Победа. Вы думали, что вы должны знать, кто будет играть с вами на льду. Квик получает травму. Это хорошо, если честно. На сегодня. Ваша игра начинается не сегодня. Хотите? Да, симулируем, симулируем. Ну что ж такое-то? Ну что за беда? Что за беда? К сожалению, мы только что выяснили, что из-за травмы Копитер не может играть. Это просто жесть. Это просто кошмар. Хочу посмотреть, что там у нас в овертайме. Ой, в плей-офф. Опять поражение в овертайме. 3-2. Решающий матч. Решающий. Решающий матч. И поражение в овертайме. И Лос-Анджелес вылетает, ребят. Вылетаем. И мы. Поэтому что мы делаем? Мы ждем предложений. Предложений из других клубов. Чемпионами стала Tampa Bay, ребят. Это как-то не так круто. Я думал, все-таки другие команды будут бороться за чемпионство, но вот так вот. Я все-таки хотел бы поменять Лос-Анджелес на другой какой-нибудь клуб. Хотелось бы посмотреть, какие предложения у нас будут. Но еще один сезон, друзья, мы с вами за Александра Хомутова проведем, я так решил. Будем бороться до конца, будем биться, будем сражаться. И ждать новых команд. Ну а мы с вами, если получится, конечно, вот сейчас вот эту серию запишем. Я будет она короткая. Будет она короткая. Вы выберете в комментариях, какой же клуб вы хотите. Так что, если, конечно, получится как-то сохранить. Я не хочу это смотреть. Мы точно уйдем из Лос-Анджелеса, потому что здесь очень мало времени мы провели на льду. Самое обидное, наверное, то, что нам все-таки не предложил ни один клуб подписать контракт. Так что сегодня мы все-таки сыграем матч. Сыграем матч с Чикаго. Ой, точнее, матч с Чикаго-то мы как раз-таки не сыграем. А сейчас будем ждать ту команду, с которой мы будем играть. Ну, наконец-то же все-таки нашлась команда, с которой мы будем играть. Наши успели два раза выиграть, два раза проиграть, один проиграть раз в овертайме. И у нас накопилось тысяча. Тысяча, где мы сможем с вами улучшить рефлексы, во-первых. О, даже два раза. Давайте мы перчатку вверх улучшим. И домик улучшим. Вот так вот. Вот так, я думаю, будет получше. Так, контроль шайбы. Контроль шайбы, тычок клюшкой, контроль рикошета и восстановление. Давайте контроль рикошета все-таки улучшим. И атлетика, 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 атлетика. Агрессивность, визуальность. Давайте визуальность улучшим. До 80 будем ее поднимать. Ну что, друзья, сохраняем. Сохранить изменения. Мы сыграли, когда-то нас выпускали на матч. Давайте посмотрим, мы сыграли несколько минут, наверное. Одну шайбу пропустили. Нифига себе, 24 сейва из 25 мы сделали. Вот это результат. Честно говорю, не было этого матча. Этот матч, видимо, кто-то получил травму или что-то произошло. Но мы выходили. Мы выходили, и сейчас игра с Бостоном. Игра с Бостоном. Серия получается немножечко такая затянутая. Играем мы в черной форме. В ней как-то больше удается нам тащить. Все звезды, хардкор, поехали. Не очень, конечно, хотелось продолжать карьеру в этом клубе, но приходится, приходится, друзья. Копитар. Тоффоли. Сразу же жестко против него играют большие дяденьки из Бостона. Дауни, Тоффоли.
Звенья вроде бы у нас не меняются. Как были, хороший бросок, опасно было. Ну и вот, наконец-таки, атака на наши ворота. Можно ощутить уже силу бросков. Силу и точность бросков. Отскочила прям игроку, который нам мешал. Который гад. Который сволочь. Который просто добил. Ну что, друзья, вот сейчас первый же бросок, который был в этом матче, принес нам гол. Нужно об этом задуматься. Неточный пас. Воинов. Да у ней бросок, но подставленная клюшка не помогает. Эриксона прижимает к борту. Еще раз кого-то прижимает. Не видел кого. Габорик, передача, бросок. Нужен будет гол. Нет. Раск. Раск тащит. Мы с вами не тащим, но наш оппонент старается. 15 минут прошло. С момента начала матча. Пока ничего сверхъестественного мы не сделали. Снова атака на наши ворота. Ну что ж такое-то, защитник? Мы два броска забрали. Два. Мы уже лежали просто на льду. Но почему нельзя было просто взять и выбросить эту шайбу? Мы не успели там встать. Мы не успели встать. Гребаная защита. 2-0. В смысле? Ну это просто какой-то дурдом. Я же вроде бы прижал шайбу. Я думал, я прижал шайбу. Ну ё-моё. Смотрим повтор. Мы начали прижимать шайбу. Его как раз подобрал. Давайте посмотрим броскам. 50% бросков у нас отражено. 6 бросков, 3 отраженных. Красота, защитники, помогают мне. Да, атака, атака будет работать. Нет, ну заброшенные шайбы-то будут или что? Была сейчас засейвена шайба. И офсайд. Ну как они хорошо входят в зону у нас. Я просто поражаюсь. 5 с плюсом вам ставлю, ребят. Вы на 5 с плюсом играете. Вот 100% на 5 с плюсом. Подбор есть. Ну же, должна быть шайба. Конечно. Да какое вбрасывание, я же выкинул шайбу. Фух, опасно было. Надо выигрывать, друзья, вбрасывание, надо выигрывать. Аккуратно.
Совершенно не хотят играть наши игроки. Ну вот, вошли в зону и все, и сейчас потеря будет. В своего правильно бросать. Не поворотом, а в своего. Проброс будет. 3 минуты до конца первого периода. А нервишки нам уже попортили, попортили. Вновь проигранное вбрасывание. Ну что это такое? Тоффоли. Кошмар. Просто кошмар. Ну ждем, ждем чего-то. Вот я вот сейчас реально жду потери наших. Вот смотрите. Красота. Вот ждал потери и получил потерю, если честно. 10 бросков по нашим воротам, из них 10 мы засейвили. Ну, так-то неплохой результат для нас. Но могло быть и лучше. Если бы защитники помогали. Кошмар! Смотрим повтор. Смотрим повтор, что сейчас было. Передача на дальний борт сейчас будет. Вот она. Жду шайбы вон от того защитника. Но! О, от того нападающего. Но наш защитник, недолго думая, решает бросать по нашим воротам. И Саня Хомутов справляется. Но сейчас наш защитник просто теряет шайбу. Отлично. Еще и офсайд. Да ёшкин кот. Копитер. Помоги уже своим игрокам, давай, соберись. По выгодному вбрасыванию вроде все хорошо. Что случилось с вами, ребят? Габорик, бросок. Добить. Ну, на пятак. Выведите шайбу уже. Копита. Бросок отсюда, зачем? Раз. Тут Раску спокойно, блин. Спокойно забирает Раску. Тут просто бросок. Кстати, тут засейвленный... Бросок от нашего защитника нам не засчитали. Представляете, да? Вот. А шайбу вы засчитали. Это тупизм. Это тупизм немножко в НХЛ-очке. Потому что бросок по воротам был, сейв был, но его не засчитали. А забросить! Все очень-очень на волоске. Опасно! Фух. Хорошо. Бросок! Ну попадите вы уже по воротам как-нибудь красиво! Такие броски и я даже тащу. Что это за херотень? Борьба, борьба, давай, давай у борта, ну. Фух. Ну уже, ну зачем эти финты да в центр? Я не понимаю. Просто берут и теряют шайбу. Никакой остроты в действиях наших игроков нету. Видимо, не хотят они делать это. Габорик. Ну вот капитан-то сделает что-нибудь. Персон. Передача. Габорик. Из-под защитника бросает. Правильно.
По-другому же не получается. Смит. Эриксон. Ну мы все взяли, что могли. Где вот опять там был защитник? Посмотрим, что там по броскам. 15 бросков по нашим воротам, друзья. 15. Да, из таких ситуаций бы я брал броски. Ну вот, хоть опасность какая-то. Ё-моё! Да пошли вы в жопу, защитники, вообще просто. Пошли вы в задницу большую. Браво! Бросили! Браво! Одиннадцать бросков они не нанесли, но я не видел ни одного опасного момента. Ни одного просто, ни одного. Я вообще не видел этих бросков. Когда они бросали? Вот все броски по себе я ощущаю, потому что там пот и кровь. Ну вот опасность есть. Отдай пас! Копита. Ну на пятак! Ну же! Браво, защитник! Браво! А потом мы спрашиваем, какого хрена мы столько пропускаем в матче? Вот что он делал там? Честно, мне уже интересно знать, сколько наши защитники еще будут так косячить, когда уже забросят шайбу. Почему наши игроки разыгрывают как на новичке, а их игроки разыгрывают как на всех звездах? Я не понимаю этого. Ты что творишь, дебил? Раскат. Я даже комментировать это не хочу. Я этот бред комментировать даже не хочу. Картер. Копита. Я всегда знал, что у нас Тима Тащеров.
Что они просто тащат. Смотрите, вот сейчас они зайдут и сразу же забьют. Вот каждый бросок у них гол. Вот. Красота. Пять минут остается. Пользы от наших игроков никакой. Просто знаете, они просто вот бегают. Показывают вид, что они на льду. И все. Парочку бросков там с центра поля накидали. С острого угла набросали. Одни мы должны тут сражаться. Как звери. Ну хоть какой-нибудь, пожалуйста, покажите, что вы можете играть. Ну хоть одну шайбу. Еще и по моим воротам бросают. Зашибись. 47 секунд до конца матча. 47. И ни одной опаснейшей атаки. Вот бросок. Браво. Давайте, друзья. Я хочу еще сейвы. Я хочу. Я на кураже. 6 шайб пропустил. Защитники мне помогали. Вот 100% помогали. Они даже по своим воротам бросали. Это просто красота. Я люблю вас, защитники. Я просто борюсь за вас всегда. То, что вы мне помогаете. Ладно, оставим эту печальную ноту напоследок. А сейчас я хочу сказать вам спасибо, ребят, за то, что вы поддержали меня в прошлой серии. Ставили лайки. Поддержите и в этой серии. Я сделал все, что мог. Да, была одна шайба, где я ошибся, но остальные шайбы я не знаю, где там мои ошибки были. Напишите в комментариях, какие шайбы были мои. Какие шайбы были по вине защитников. А с вами увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока.